Сегодня вся страна празднует День учителя. Эта профессия возникла в очень давние времена. Первую школу, по легенде, открыл после Великого потопа сын Ноя. Уже тогда у людей появилась необходимость передавать свои знания и опыт новым поколениям. Невидимый след, который оставляет в душах педагоги, влияет на судьбу каждого человека. Министр образования и молодежной политики республики Юрий Исаев поздравил лучших педагогов столицы. Наверное, Божий удел заниматься воспитанием и обучать людей, которые пошли в первый класс. Да, что в первый класс? Они пришли к вам с 2 лет. Во Дворце детского юношеского творчества больше 400 педагогов столицы республики принимали поздравления. «Сердце отдаю детям». Именно по таким лозунгам прошла эта традиционная встреча. В сферу образования редко попадают случайные люди. Любовь к детям, постоянное стремление к совершенствованию – это как пропуск в школьную жизнь. На протяжении 20-летнего своего педагогического стажа изо дня в день стараюсь дать детям не только знания, да, но и привить любовь к отчизне, любовь к семье, чувство гражданственности. Дети с года в год меняются, и это очень ощутимо, видно. Меняются в том смысле, что требования к учителю выше становятся, да. Но в душе дети, они всегда дети. Детям, в каком бы веке мы ни жили, детям всегда нужно внимание, ласка, любовь. Про различные реформы в системе образования сказано уже многое. Есть их противники и сторонники. Но и те, и другие в равной степени понимают, движение в этой сфере просто необходимо. Общество требует ставит новые задачи перед педагогами. И, соответственно, мы тоже адаптируем всю нашу методологическую базу под вызовы нашего времени. Педагог, хотя он сам по себе и образованный человек, в любом случае ему надо самому постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию. Лучшие из лучших были удостоены звания почетного работника общего образования Российской Федерации. Почетное звание также присваивается Любовь Владимировне Замковой, воспитателю дошкольного образовательного учреждения. Необходимость в высококвалифицированных специалистах была всегда. А сфера образования является одним из китов, на которых держится наше государство. В этом году в столицу республики пришли 156 молодых педагогических работников. Чувашия – регион с развитой образовательной инфраструктурой. Только за предыдущие 4 года было построено 38 новых детских садов. А к 2025 году планируется построить и реконструировать 32 школы, создать более 16 тысяч новых мест для учеников. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.